Так. Ну, кажется, вовремя приехали. Поспели, да? Николай Иванович. Ну и хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Николай Иванович. И вам. Николай Иванович. Ты. Ну, вот хорошо. Ну, вам. Вот хорошо. О, что, приехали? Здесь. По-прежнему учительствует. Все на этом месте. Ну, смотри. Да. Здравствуй, Кузька. Мико. Мико. Николай Иванович, здравствуйте. Да неужто я так постарел, что для тебя стал Иванычем? Ну, здравствуй, дед Кузька. Здравствуй, дед, милый. Как ты? Да. Смотри, а. Совсем не изменился, не постарел. Да, как был, так и остался. Да, вот. Ох, а кто же это? Наш первый председатель совдепа. Да, какой важный-то, а? А академик-то попроще будет. Кто был Николай Иванович, а то Николка. Ай ты, Николай Иванович, а вот и нынешний председатель нашего совета, так сказать, наследница. Не знаю, вы... Да это Павла Полищука дочка, Христина. Ах, вот как, Христинка. Ну-ка, помню, еще вот такой вот пионерочка. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Спасибо, Николай Иванович, что приехали к нам на праздник. Встретим вас как дорогого гостя. Дорогие товарищи и друзья, разрешите поздравить вас с большим, светлым, радостным днем, великим всенародным праздником, 40-й годовщиной Советской Белоруссии! Ты всего не знаешь, Иван. Ты тогда еще пешком под стол ходил. Мне тогда 14 лет было. Все помню. Как стреляли вас, отлично помню. Я тогда в совдепе дежурил в тот день. У вас ячейка была. Ну и кто-то сказал вам тогда: Коля, не сиди у окна. Сядь в просеночки. Да, помню. Да, я не послушался. Вот тогда в меня здесь и пальнули. Да, времечко было горячее, трудное. Славное у вас прошлое, даже завидно. Ей-богу. Не говори, Христина Павловна. Тебе тоже досталось. Ну, да. Хватило горячего, и моя невестка. А вот ты расскажи. Да ну, что рассказывать? Да расскажи. Академик интересуется. Не академик, а как первый председатель. Здравствуйте. Здравствуй. Племя молодое и незнакомое. Почему не гуляешь-то? Она у нас домоседка.
Что, в такие-то годы? Да. Что же так, а? А, вот расскажу, так поймете. Ну уж я по порядку. Ну, расскажи, расскажи. Садись. Ой, рассказ-то простой. Ну уж я все по порядку расскажу. Вот такая я была, как Юлька моя, когда замуж-то выскочила. Глупая, счастливая. Влюбилась как-то сразу, даже сама не знаю почему. Ну уж, а когда Юлька появилась, еще крепче любить его стала. Только недолго нам пришлось прожить в радости да в согласии. Война нагрянула. Через месяц немцы в село ворвались. Заколотил батя хату, меня с Юлькой на воз, и подались мы в лес. Так до конца войны всей семьей и партизанили. Ну, а как очистили от немцев наши края? Вернулись мы опять в свою деревню. И начали новую жизнь. Сначала трудно. Чего ж, сами без мужиков колхоз подымали. Потом легче стало. Начали фронтовики возвращаться. Только вот мой не вернулся. Получила похоронную. Погиб. Погиб смертью храбрых. Тяжко пришлось. Только в работе и забывалось. А работы непочатый край. Кем только не была. И звеневой, и на ферме, и бригадиром выбрали. И вот в моей жизни большая перемена. Было это несколько лет тому назад. У нас тут был один такой председатель сельсовета, по недоразумению. Народ его быстро раскусил, переизбрали его, да. Но я и не думала, и не гадала, что меня на его место выберут. И вот помню, весной уезжал он отсюда, такой обозленный. Видно, крепко насолил людям. Мало кто в селе провожал его. Макар, ко мне куда? Наверх, куда же еще? Ишь, раздобрела. Борт не обломай. Давай, заводи. На. Макарка! Макарка, стой, 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 Макарка! Макарка! Что случилось? Людей хоть бы посоромился. Ну? Эх ты, здравствуйте, уезжаешь и даже не заглянул. Эх, Степанитка, не досуг. Нет, нет, Макарка, таких людей с музыкой провожать надо. И ты только теперь будет. А так и будет, не пропаду. В райцентре устроюсь. А задира эта, Христина, она мне вот тут попляшет. А со мной-то что будет, Макарка? Вот с чего пришлось начинать. Наследство от бывшего председателя осталось незавидное. Платон Романович. Ну? Почему вот этот такт лежит без исполнения? Не знаю. Не видел. Взыскать штраф. С тетки Макара Шульги взыщешь. Семка! Семка! Семка, скорей! Шут ты эдак, и чего ж туда? Ладно, ладно. Давай, Семен. Давай, скорей. Здоров. Здоров. А ты, Макарка, не забывай про нас, взыщай. А ты с умом будь. Дверь не пройдешь, так ты через окно. Она ведь тоже баба. Толкуетесь. Залазь скорей. Твой ведь курощу по ее Юльке сохнет. Может быть, еще маяками станете. Господи, что ты тут орудуешь? Да грязь развелась, паутина кругом, пылища. Где одни мужики, так все
всегда так. Это наша женская рука длинная. До всего достанет. А что случилось-то? Спиридон выгнал из телятника твою Юльку и мою Дуреху. Чего? Выгнал? За что? Так телков же этих мокрохвостых наплодили целый загон. Ну? Ну? Ты где же за ним присмотришь? Вот двух девчонки прозевали. Как прозевали? А, да просто отпились, кривоногие подохли. А Спиридон Иванович как накинется, вон говорит. Тихо ты, не реви. Она нас в обиду не даст. Ну, правильно я говорю, а? Ну, видно ли это дело таких детенышей пугать? Ну, а что же я теперь, по-твоему, должна делать? Что делать? Сама должна знать, на то ты и поставлена. Ты же власть? Ну, власть, я говорю, или нет? Ну, власть. А раз ты есть наша власть, так заступайся за нас. А то что делать? Вот как бы я бы тут сидела бы, так я бы порядок навела бы. Успокойся, успокойся, Дом. Ну, успокойся. Насчет порядка, это правда твоя. Порядок это мы наведем. Мы его сообща наведем. Вот только... Это я тебе обещаю. Ой, приструнь его, Христина, приструнь, чтобы знал, как людей на позор выставлять. А то Макар с Спиридоном тут спелись, прямо беда. Пошли. Коли я что тебе неласковое-то сказала, ну прости, дура ведь, знаешь, это от обиды я, а? Пошли. Ну вот, не успела и шагу ступить, как сразу уж и неприятность. Хватит реветь! Что это из-за дядьки Спиридона? Молчи, раз виновата! Не виновата я, баба, не виновата! Ну, а кто же виноват? Ну, Горбов был твоим бурдой! Ну, ругай меня, ругай! Ну, не виноваты мы! Вон у людей спроси! У самого дедка Кондрата спроси! Хватит реветь! Я вот не реву! А это позор на меня ложится, я председатель сельсовета! Да... Был бы жив отец, он бы ему показал. Ну, ладно. Пойду к деду Кондрату. Ну, 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 ух ты! Ну, ну, пошел. О. Здравствуйте, Кондрат Семенович. А, кого я вижу? Давненько, давненько сельсовет не заглядывал в наш инкубатор. Как дела, дядя Кондрат? Да дела наши известны. Вот они, младенцы-то, прыгают, пока ножками трыгают. А потом ревут, потому что жрать мало дают. Порядку нет у нас на ферме. Да. А председатель? Тому что? У того одно на уме. Конопля. Там, говорит, рубель куда длиннее получается. Да, неладно это. Да где уж там ладно. Поэтому вот и хозяйство наше вот такое. Кривобокая, вроде как будто бы калека какой-нибудь. Спереди торба, а сзади горба. К тому же глядеть за ними некому. Вон ведь, были две старательные девки, так почему же их Спиридон прогнал? Еще надо доказать, что они виновны. А вот они не виновны. Ну, анализ покажет. Ах, анализ, анализ. Дядя Кондрат, а? Как бы мне Спиридон Иванович найти? Так вот он, на коноплю свою, на мотоцикле укатил. На коноплю? Ну, да. Здравствуй, председатель. Чё сеешь? Капусту. А чего ещё? Сеять-то ты сеешь. Скотину подвесну, кормить нечем. А при чём скотина, когда речь идёт о конопле? А я тебе о кукурузе говорю, которую вот тут вот сеять собирались. Знаешь что, Христина, не лезь-ка ты не в своё дело. Тоже мне хозяйка нашлась. Ну вот что... Завтра заседание сельсовета. Отчитаешься о ходе сева и о положении на фермах. Да? За дочку заела, да? Ну ладно, жди. Да, получилось так, что я с ним счеты свожу. За дочку. Подумайте, как совпало. Так вот. Ты каков, Спиридон Жилинка. Ну ладно, посмотрим. А это Семён. И парень как будто неплохой. Да вот мать толкнула на кривую тропинку.
до сих пор никак рук к настоящему делу не приложит. Чего ты? Хорош. Чего? На голове-то. А на голове-то, между прочим, 120 целковых. Вот смотри. Мадейн. В общем, иностранный, ни у кого такой и нет. Ну, как дела-то? Ничего. С фермы-то прогнали? Прогнали. Ну и дальше что? В полевой бригад пойду. Дура, не ходи. А что же мне делать? Да что делать? Я-то вот не работаю, а живу как фон Барон. Фон Барон. Юлька, была бы ты со мной, я бы для тебя, Юля. Стёпка! Юлька! Юлька! Ну чего еще? Ну чего притворяешься, ведь любишь же. Чего молчишь? Помолчу пока. Может, другой кто подвернется? Может, подвернется. А может, ты человеком станешь. Первая сессия. Как-то будет. Это Спиридон, а не кто другой. Вот этой. Пока Спиридон придет, здесь... Таня, ты мешаешь. Платон Романович? Ну? Надо послать за Жилинкой. Послать? Кого ж послать? Я сбегаю. Сбегай, детка. Сбегай, милая. Сбегаю. Дядечка Спиридон. Ой. Пойди и скажи, что не придет, что заболел. Ой-ой-ой. Хорошо. Ой-ой-ой. Что же у сына голова болит? Ой-ой-ой. Ну что, поймала, а? Накось, выкуси. Ай-яй, ну и комедиант. Ну и комедиант. Ох, артист, ну и артист. Стало быть, стонает. Стонает. В кроватке лежит. В кроватке. Да он здоров, как бык. Это он свой гонор выставляет. Как это, мол, так, меня... Спиридона Жилинку, да какая-то, я извиняюсь, там баба. А чего тут требует? И так мне обидно стало. Все началось не так, как думала. Алеша. Алеша. Трудно мне.
Ой, как трудно. Может, и правда, я не за свое дело взялась. Где ж мне бабе с мужиками совладать? Был бы жив, посоветовал бы. Напрасно, доченька, сердце свое надрываешь, напрасно. Исправишься ты и совладаешь. А не если лишь одна народ подможет. Мало ли хороших людей вокруг. А с сопротивниками надо построже, построже, доченька, надо. Ложись-ка спать, не забивай голову. Ложись, ложись, невестушка. Ой, батя. Есть? Есть, давай. Можно? Войдите. Здравствуй, Христина. Здравствуй. Забегалась я с тобой, касатка. Сюда? Нет. Где? В яслях. Я туда. Была, говорит, да выбыла. Скачи дальше. Такая работа у меня. Правильно, голубка. Я не в амбиции, что и говорить. Беспокойная служба. Знаю. Вот и племянничка мой, Макар, кто же на этом месте сидел. Трудновато с нашим-то людьми. Ты меня что-то кликала, касатка? Ежели по женскому делу надобно, то я мигом. Ну, вот что. Хватит представляться. Полно, Христинка. Я же с добром к тебе. Ты меня, слава богу, знаешь. Хватит. И пока не поздно, Степанида, прикрывайте-ка свое производство. Божечка-то мой, о чем ты? О самогоне? Понапрасну. Ох, понапрасну. Все злые языки, завистники. И должна предупредить. Если не прекратите, поднимем вопрос о выселении и вас, и сына. Притесняете старого человека, беззащитного. Заступиться теперь за меня некому. Заступиться. О сыне о своем тебе бы надо подумать. Здоровый парень. На курсах механизаторов был. А теперь что? Базарным спекулянтом у тебя ходит. Про дочку лучше свою подумай. А про моего Семена не твоей голове болеть. Ничего, ничего. Я вам покажу, как надо вдовой над слабосильной женщиной измываться. Я управу на вас найду. Я найду. Найду на вас управу. Платон Романович, придется взыскать с нее штраф по суду. Ну что ж. А на заседание завтра вызови Жилинку с отчетом. Еще раз. Ну вот не стоит, это... Опять заболеет? Стоит. Ничего, мы из него эту хворь выбьем. Ну, и чем кончилось? Выговор влепила чертова баба. Подумаешь, выговор. Еще 300? Нет. У меня, говорю, целых 3 выговора. И то жив-здоров, и даже не кашляю. Устроился? Полный порядок. Дружок фронтовой помог. И все? Хорошо. Известное дело. Признал ошибки, слово дал, покаялся. И вот теперь я работник района масштаба. Давай. За это дело во как прижали. По всем линиям. Тут, брат, как на сковородке. Все на виду. Потому... Дипломатия. Дипломатия. Вот знаешь, Макар, Христика-то докапывается. До чего? Ну, до этого самого.
Понимаешь? Кормовой базой заинтересовалась. А что? Да почему? Говорит. Сеем, говорит, кукурузу, а вырастает конопля. Эй, почему ты мне в это дело, Макар? Не знаем, как теперь выберемся. Испугался. Да. Здорово на тебе, из сельсовета. Дело ничего. Будет заедаться, уймем законным порядком. Макар ничего не забыл. Знаешь, у меня идея образовалась. Я с дружком в милиции оформлю дело на ее дочку. А? Идея? Какое там дело? Отравление телят. Ты что это? Ты только акт подпишешь. Ты друг мне или не друг? Ну, дружба дружбой. А то, что ты предлагаешь, это ж подлость, Макар. Подлость. Именно. Ты что ж думаешь, что я уже совсем совесть потерял? Ты меня уже раз обкрутил. Хватит. Больше не обкрутишь, брат. Тихо ты, тихо, садись. Да нет, спасибо. Сыт. Сыт. По горло сыт. Здравствуй, Ясочка. Здравствуй, красавица. Здравствуй, тетя Степанида. Кто дом, милая? Мамы дома нет, а один дед дома. Ах, жалость какая, что Христинки нет дома. Доброго здоровья, тетка. Как живешь, можешь? Потихоньку, полегоньку. Где боком, а где и скоком. Где же невеста, Петрович? Да по делам где-то ходит. Жалость какая. Сколько протопало, и все понапрасну. А какое же такое срочное дело у тебя до нее? Да это у нее дело-то ко мне. Что-то, говорят, Христина-то мной интересовалась. Ты не знаешь, зачем? Не знаю. Что у тебя там трепыхается? Да петух это. Много их у меня. Дерутся прямо в кровь, в жизни через них нету. Ну-ка, покажи-ка. Ух ты! Фигура! А мой-то не барак, подох недавно. Да знаю, знаю, вот и принесла. Курт, они ведь дуры. Дуры. Им ведь без хозяина невозможно. Нельзя. Возьми, мама Петровича. Нехай попасется у тебя. Все равно он мне ни к чему. Мясо у него от злости порченное не угрызешь. Возьми, а после вернешь. А звонить не будешь? А то ведь засмеют. Ну что ты, Петрович, не сомневайся. Нашим балаболкам ведь только положный язык. И пошла, закрутила нечистые силы. А петух-то... чужестранного происхождения. Голландская. Голландская. Слушай, Степанида, а как он этот голландец-то насчет того главного способный? А? О, мастак. Мастак. Истинный зверь. Ну тогда толкай его под печку. А Степанида, не подумай чего. Ежели приживется, я деньги заплачу. Ну что, Кузьма, сосчитаемся. Ну. А ты, ежели чутка какая про меня будет, закинь слово-то невестке. Ну, бывай здорово. Бывай здорово. Загуляли песенки, зарыкали две коробки, две телушки за рули, подружку отдали. Ты чего? Перестаньте, перестаньте. Слыхала?
Вот так теперь и будут над нами смеяться, еще пальцами показывать. Знаешь, Юрка, давай уедем отсюда. Ну? Юля! Марика! Пойдем, потанцуем. Ты что, опять навеселе? Эх, Сёмка, никуда я с тобой не пойду. Так, ясно. Навеселее. Не человек я. Еще видишь, председателева дочка. Хотя бы и так. Ты что, любишь его? Да зачем он тебе такой нужен? Эх ты, дурень. Ты вот к ней, к Христине-то, взятев собираешься? Ну? А она только и смотрит, дороженька, и зять, чтобы с тебе побольше взять. Хитришь, мать. Как перед Богом. Вот он, актик-то. 500 рубликов гони. А нет, так говорит, и тебя, и твоего непутевого сына за решетку. А не так, так и вовсе вон, выселим, вон. Куда ты? Куда спать ложись? Молчи, мать, молчи. Ложись спать, тебе говорят. В сваты иду. А ты, видать, милый, по их делу ходишь, да? Точно. Ой, что ж теперь будет-то? Полный порядок. Ой, кровинушки мои. Невиновны они. Проверил, установил, невиновны, ясно? Ой, ой, сыночек мой. Ристочка. Товарищ Буров, а это что же, вы сами дознание вели? Или, может, приказ какой был? Начальник вызвал и приказал. По всей строгости, говорит, выяснить и установить. Значит, невиновна, говоришь? А может, потому что председателева дочка? Что вы, Христина Павловна, я человек объективный. Расследовал с пристрастием. И насчет самогона не волнуйтесь. Принимаем меры. Да недостаточные меры, товарищ Буров. Вот что. Завтра с утра возьмите понятых и идите к Степаниде Шульге. Конфискуйте аппарат и составьте акт. Штраф на нее накладывали. Предупреждали, не действует. Действуйте вы. Понятно, Христина Павловна, будет выполнено. Ну, мне пора. Так что извините за беспокойство. Ты чего? Ничего. Что-то ты, Степанида, тумана такого напустила. Света не видать. А я слепая и не вижу, какой гость пришел. Проходь, Макарка, проходь, будь ласков, к столу, проходь. Надолго ли в гости к нам пожаловал? По службе тут прохлаждался, по колхозам. Ну как новое начальство управляется? Это Христина-то. Был у нас председатель, это только ты, Макар. При тебе в сельсовете жизнь кипела, как в море-океане. Масштаб. Это свистелка, а не власть. Когда при тебе в членах-то бегал, так тише воды и была. А под меня кто подкоп сделал? Она. Все она. А на днях на сходе гуторку про самогон затеял. А потом пальцем как тыкнет на меня. Вот она, говорит, глядите. Это при всем-то народе. Петушка-то моего кровного цап-царап. А мне хоть бы мазь на палец. Петушка? Ага. Это хорошо. Это мы зафиксируем. Зафиксируй. Ты кушай, кушай, племянечка, угощайся. Еда-то хорошая. Да вот что-то горло присушил. Может, квас хлебного нацедить, аль простокваши? Брось, тетка. Притворяться. Недаром ведь. На, держи червонец и дуй на весь до завязки, да покрепче.
Ждут, племянчик. На лекарства нет. Поищи, поищи. Ты, Макарка, за самогон так притесняет прям. Во, беда. Разве что по-родственному, а? Явился? Чего молчишь? Тебя спрашивают. А чего говорить-то? Сам все видел. Грубая работа, дурак. Семка, Макар, в чем дело-то? Брести, но он камнем через окно. Эх ты, башка еловая. Соображать надо. Понял, свистун? А петушка-то ты зафиксируй, не забудь. А знаешь, Марийка, давай создадим из наших девок такую бригаду. Ток, держись. Правильно. Привет. Что-то не видно вас. Слепой нос свой не видит. Да? А чего ж это так? А вот так. Сердитые что-то стали. Рано встали, да вас не видали. Да? Угу. А тут некоторые без вас скучают. А мы без вас не больно. Ой. Юлька. Опять? Юля. Пошли. А, вот почта пришла. Новости принесла. А это Христине Павловне лично. Собственные руки. А ну-ка покажи-ка. И вправду лично собственные руки. Даром не отдадим. Нет. Так что пришли, начальница. А ну, Христя, ударь половицу так, чтобы углы зашатались. В тот день много хороших дел мы уладили в сельсовете. Все шло удачно, и на душе было легко и радостно. Только не знала я, какое горе несет мне это письмо. В госпитале на севере. Потом, не знаю, как это случилось, остался здесь. Сошелся с женщиной, работавшей в госпитале. Но, видно, не пара мы были друг другу. Я встретил другую, но опять ошибся, и я покатился в грязь. Я понимаю, что не заслуживаю прощения, но я прошу, пожалей меня и прости. Я не могу уже больше блуждать по белому свету, ведь мне уже 45 лет. Славный отец у тебя был, Юля. Герой. А, ну вот и хорошо. Вся семья собралась. Мам, что ж ты так поздно-то?
Сегодня ведь день рождения папы. Ну вот я и пришла, доченька. Мамочка, а чуть ты такая бледная сегодня? Устала? Ну, давайте выпьемте в память славного сына, мужа и отца. Бери, Христина, чарку. Мам! Мама! Мама! Не надо, мама. Ой. Простите. Делать? Рассказать все дочери, отцу. Пойти рассказать все людям. О чем? Что целых 15 лет считали вдовой солдата, героя. Ох, какой позор. Нет, для нас он умер. Умер. Мам! Мам, ну не надо плакать. Ой, все равно ведь папа слезами не вернешь. Не вернешь. Не вернешь, ничего не вернешь. Ну иди, доченька, иди, иди. Можете нас поздравить, Христина Павловна. А мы в районе на первое место по успеваемости вышли. Молодцы, поздравляю. А где мне Иван Матвеевич? А он в библиотеке был. А, спасибо. Ну, Стасевич, а Якуба Колоса на родственник ты читал? Читал. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Христина Павловна. А мне сказали, Иван Матвеевич здесь. Был недавно. Тетя Христина, а? Иван Матвеевич в мастерской, на занятиях. Так, так, спасибо, Василек. Ну что ж тебе посоветовать? Знаете что, Наталья Борисовна? Ну что? Дайте что-нибудь о межпланетных путешествиях. Да, случай. А сколько лет прошло? 15. Нет, ну, если бы он тогда попросту сразу обо всем не писал, не люблю, мол, и все, ну, поплакала бы и забыла. А я ведь память о нем берегла, с фотографией разговаривала. Чуть какая боль, все к нему, всем делилась. Вот теперь к вам пришла, как к своему учителю, как к старому коммунисту. Что вы мне скажете? Иван Матвеевич, посмотрите, пожалуйста. Ну, ведь еще 3 миллиметра вот сними, плечик, все будет хорошо. Прости, Христина Павловна, за прямоту. Подлец он.
и горько, и противно. Я ведь за него пенсию получала. Ну, чего ж, его вина, ему и расплачиваться. Что ж теперь делать? Ты, Иван Матвеевич, что я дочке-то скажу? Ничего. Как, смолчать? Да, пока можно. Молчи. Ну, так придет время, расскажешь. Только не так, как мне. Сразу обухом. А ты осторожно, постепенно раскрой все. Понимаешь, нельзя ранить душу человеку. Иван Матвеевич! Вот так. Молодец, хорошо. Ну что это, ребята, а? Не ладится работа? Да не ладится. Ну вот и я думаю, что ж это тут не ладится. И твоя жизнь наладится. Утешать себя не собираюсь. Я понимаю, больно тебе. Трудно. Трудно, Иван Матвеевич. А вот в трудностях и забудешь свое горе. Вокруг тебя люди. Люди. Люди-то разные. Но в основе своей хорошие. Вот в твоем деле все равно, что в нашем учительском. Тут каждому характеру свой подход нужен. У другой забывает про то, что он хороший. Ему напоминать нужно, поговорить с ним по душам. В 10 раз лучше будет. Да я понимаю. Работа наша трудная. А ты как думала, милая моя? Для того и создана советская власть. Для дел больших и трудных. А ты этой власти частица? В делах, в заботах, в волнениях я старалась забыть свое горе и боль. Когда есть большая цель, никакая боль не страшна. Гриша! В кузню куда ж еще? Чего это? Да ножи сломались у косилки, починить надо. А я заболел. Что? Трясет, работать не могу. Как быть, не знаю. Привет, Христина Павловна. Здравствуй, товарищ Буров, все скачешь? Служба, вот по вашему делу ездил. Насчет камня не стоит. Значит, знаете, кто бросил? Знаю. Ну тогда я к вам заеду в сельсовет. Поговорим, но... Ладно, следопыт. Ну, что делать? Что делать? Давай, садись на телегу и езжай к доктору. Ну, давай, давай, чего стоишь? Как есть, черт уже идет. Кто? Председательша идет. Где? Гони, батюшки, тебя штрафуют. Чего ж ты, волок, стоишь? Прячь скорее. Штраф я уплатила. Чего же еще надо, змее эдак? А меня дома нет. Ладно. Здравствуй, Семен. Здравствуйте. Ты чего испугался? Так, ничего. Один дома? Ага. А мать где? Ушла куда-то.
Ну, оно и лучше. Я ведь давно с тобой поговорить хотела. О чем? Есть о чем. Скучно живешь, Семен. А не скучнее других? Скучней. Парень ты здоровый, видный. А девчат тебя не любят, смеются. Трутень, говорят. А ты знаешь, что делают пчелы с трутнями? Нет, не знаю. Знаешь. Все знаешь. Семен, а у тебя ведь руки-то золотые. С такими руками чудеса можно делать. А ты что ж, самогонной механике подался? Конструктор? Ну ладно, хватит. Нет, не хватит! На ферме комбайн сломался. Гришка-механик завалил. Починишь. Вы это серьезно? Или смеетесь? Я тебе серьезно говорю, помоги. Девчат, совсем запарились? Зайди. Заманить тебя хочет, не ходи! Вернись, Семен, не ходи! Заманить тебя хочет! Христина Павловна! Ну? Христина Павловна! Ну, что тебе? А вы знаете, кто тогда камень в вас бросил? Знаю. Нет, не знаете. Ну, кто ж кроме тебя мог это сделать? Чего тут артист представление устроил? А ну марш отсюда! Кто ремонтирует? Кто? Семка! Ха-ха. Ты ему только на самогонной трубе верхом ездить! Мама! Тетя Донна! Да ну вас! Механик тоже! Ну! Идите, темпу давайте, скотина же голодная. Шестнадцать тысяч сто. Чего? Чего? Напугала. Ты думала, чужой кто? Ты же ведь на сене спать хотел. Дождь идет. Что это? День. Чьи это? Наши деньги. Наши деньги. Богатство наше.
Счастье наше, счастье, богатство. А я-то думал, куда ты это все, куда ты это все деваешь? Вот женишься, как цари жить будь. Цари нынче не в почете, мать. Богатые завсегда в почете. Надоело мне это. Вот как надоело, мама. Тошно мне. Тошно! Убери это! Прячь дальше. Боишься? При мне не хочешь, так я уйду. Не бойся. Прячь дальше. Крепче, чтоб никто не увидел. Никто не украл. Шло время, менялась жизнь, менялись люди. Хватит. Держи, Таня. Иди домой, а я сейчас приду. Чего глядишь? Постарела? Да уж, вон и волосы седые стали. И жить не жила, уж и жизнь на закате. Беда, как быстро время идет. Да, жизнь быстрая. Не договариваешь ты чё-то, Платон? Виноват я, Христина. Нечестно поступал. Ты? Понимаешь, запутал тут нас Шульга. С коноплей, с кукурузой с этой. А ты, Спиридон Иванович, сколько кукурузы-то засеял? Тебе что это на ночь про кукурузу вспомнил, а? Сводки что дал? Все сказано. Да ну, все ли? А конопли? Что ты ко мне пристал, а? Посеяли. Сколько требуется, столько и посеяли. Да. А ты не хитри, Спиридон. Сеешь-то кукурузу. А вырастает-то конопля? Ты что, по делу пришла? Говори. А нет, так я спать пойду. Я сегодня делом занимался целый день. Я бумаги не перелистывал. Вот тут у меня кукурузка, а вот тут конопелька. Да что, я себе забрал, что ли? Ну, говори! Эх, Спиридон Иванович, со длинным рублем погнался. А коровы по весне одни ноги, хвосты дороги. А больницы сколько стоит недостроенные. Ведь люди над нами смеются, за доктором к соседям ходим. А дороги? Эх ты, хозяин.
Только и думаешь, как бы пузо набить до кишеню. Недаром твои колхозники говорят, что жизнь-то у них кривобокая. А ведь то время прошло, Спиридон, когда говорили, хоть бы и горбатый, да лишь бы богатый. Вон ты куда крючок закинул. Понятно, да понятно. Тебе еще не все понятно, Спиридон, ты подумай. А ты постой, погоди, давай потолкуем. Толковать-то нам с тобой не о чем. Да тебе вон спать пора, толкуем в другой раз, да и в другом месте. А ты меня не пужай. А я не пужаю. Я не пужаю, я предупреждаю. А я не боюсь, не боюсь. И дороги ты у меня отремонтируешь. И больницу достроишь. Ну, а поле перемерим. Да, в заявлении так и пишет. Требую немедленно землемера проверить посевы. Склока. Ну, какая склока? Христина Жилюк с председателем колхоза Жилинкой на ножах. Склока, определенно склока. Эх, нехорошо все это. Надо бы разобраться. Иван Петрович, заготовители вас уже ждут. Да-да, сейчас иду. Ну, хоть разорвись. А зачем вам ехать? Я проверю и все доложу. Я, может, там сказать, всех знаю. Ты? Да, не совсем это удобно. Все выясню и точно доложу. Одну минуточку. Набери. Только смотри. Будьте спокойны. Я вас слушаю. Да-да. Так. Черт, не баба. Здравствуй, районное начальство. Привет, местной власти. Прошу садиться. Ты что, ко мне? Да, напекла-то ты таких блинов, что одни в горле у всех у нас там застряли. А ты о чем? О твоей жалобе. Вот приехал, разобраться надо. А, тебя поручили. Отказывался, но что я мог сделать? Приказ. Конечно, это твое дело. Но я бы на твоем месте не стал бы зря дымить. Копоти много. И потом, Христиночка, дело-то ведь выеденного яйца не стоит. А тут пойдут комиссии, обмеры, перемеры, и тебе хлопоты. Колхозу позор, сельсовету недоверие, району неприятности. Конечно, Христиночка, разговор этот между нами. Поступай, как знаешь. Ты хозяйка, ты власть. Но я лично советовал бы... Христина Павловна! Да. Уже 2 дня как отослали. Ну да, понимаю. Это было подписано. Когда? 2 дня тому назад было подписано. Меня считают погибшим, но это ошибка, которую я своевременно... Мертвецы-то того, оказывается, оживают. Бывай, ну будь здоров. Че он приехал? А, по моему заявлению. Проверять. Проверяльщик. Вот, держи. Что это? Планирование. Шульги с Жилинкой. Кукуруза, конопля, конопля, кукуруза. В общем, сама разберешься. Спасибо. Ничего. Для дела. Да, хорошо советуешь. Опять, значит, по старой колее. Опять обманывать. Ну, конечно. Ты честная. Обмануть не можешь. Так вот что. Товарищ Жалюк, что мы будем делать с вашей жалобой? Хоть и копоти будет много, товарищ Шульга, а подымить все-таки придется.
поля мы перемирим по закону. Ты что смеешься? Тут, пожалуй, плакать надо. Плакать? Эге. Как бы кто другой не заплакал. Законится. Ну, Платоша, теперь мы ее к ногтю. Теперь она у нас во где. Ну, а ты, конечно, что нужно, подтвердишь. Подтвержу. О! Что нужно, подтвержу. Склока, все это склока. В сельсовете процветает самогонокурение, покрывает хулиганство, имеются факты взяточничества. Вот моя докладная и соответствующие документы и справки. Вот из милиции, вот о самогонщиках, о взяточничестве заявление колхозницы Степаниды Шульги. Одна фамилица моя. А что за взятка? Петух. Пока что петух. Факт незначительный, но многозначительный. Так-так. И потом муж. Сокрытие мужа. А это что такое? 15 лет считался покойником. Так. Пенсию получала. А он, оказывается, жив-здоров. Странно, очень странно. Вот именно странно. Вот все документы. Можете принимать решение. Я могу идти? Да. Хотя постой. Вот что. Я поговорю с секретарем райкома и выйду туда сам. И ты поедешь со мной. Я? Но все, что я говорил, все факты меркнут перед самым страшным преступлением товарища Жилюк. Ее муж, Алексей Жалюк, геройски погибший 15 лет тому назад, оказывается жив. А? Да-да, жив. Сокрытие мужа. А для чего? Чтобы получать незаконно пенсию. Ну чего ты? Это ж хорошо, что жив. А? Жив, Алексей. Объявился недавно. Письмо прислал. Плохим он отцом оказался, плохим мужем. Я от дочери хотела скрыть, чтобы сохранить в ней чистую память об отце. Вот. Вот и вся моя вина. А вот то, что тут Шульга говорил про меня, что я взятки беру, что хулиганов покрываю, это неправда! Какие это товарищи! Мы его знаем, Макарку! Тихо, товарищи, тихо! Ну, а теперь вот о Жилинке. Я даже не знаю, что о нем сказать. Пусть уж сам Спиридон Иванович скажет, он... Шульгой старые друзья. Не прав, Шульга. Ну, и я был не прав. Ты народу об этом скажи. Ты нам про кукурузу, про коноплю расскажи. Во-во. Что ты говоришь? Я себе в карман не положил. Как это не положил? Ты, Спиридон, не Юлий. Тут тебе не базар. Вы понимаете, товарищи, до чего додумались Шульга с Жилинкой? Планируют засеять 200 гектар конопли... И 150 гектар кукурузы. Планируют. А на самом деле 25 гектар, которые отведены под кукурузу, засевают коноплей. Урожай-то снимают с 225, а показывают только как с 200. Вот вам отсюда и высокие показатели урожая. А за них, естественно, и благодарности, и премии. Ты, Спиридон Иванович, народу-то все-таки скажи, правда или нет? Правда. А на Христину напраслину навели. Она правильный председатель. А вот тебя, Макарка, откуда выгнали, да, видать, недалеко угнали. Не мути, Макарка, воду. Вот и все мое слово. Я еще добавлю. Что Степаниду, тетку твою, Христина чистила, да, видать, не дочистила. Чью самогонку усы макал. Небось, доселе еще не обсохли. Я попросил бы без оскорбления личности. Товарищ, успокойте вы
Да засесть! Набралось полдеревни оружия. Мы ему мешаем. И народ-то не гони. Товарищи, тихо! Тихо! Слово имеет товарищ Михайленок. Слушал я и думал. Вот строим мы светлый, хороший дом. И вдруг в хорошем дереве заводится шашель. Вот такого шашеля, простите меня за этакое сравнение, напоминают некоторые, вроде присутствующего здесь, Шульги. Макар Шульга подлечил, думая скрыться от суровых и пытливых народных глаз. Но эти глаза все видят. От них никуда не уйдешь и не скроешься. Шульгой руководили маленькие подленькие чувства. Умоют тебя, потрут с наждачком. Может быть, и простят. Так мне не должность свою жалко. Мне планов жалко. Такие большие дела мы задумали. Вот ради них и старался. Деньги копил. Вот. Посмотрите, вот здесь над рекой думали мы новый клуб поставить, а от него сад протянется. 1000 саженцев. А вот здесь плотина должна стать. Хороший план. Хороший план. Это нас Христина надоумила. А ты ведь не доверял ей. Да, было такое. А папа тебя любил? Но... Любовь — это чувство святое. Это самое прекрасное. И ты так любила? Любила. Да вот ошиблась. Доченька, твоя любовь впереди. Нужно, чтобы она была чистой, прекрасной. Мам, он такой ласковый, сильный, но какой-то странный. Не такой, как все. Кто же это? Семен. Юлька. Мама, я так его люблю. Люблю. Юля. Кто тут? Это я, Юля. Ты что? Что-нибудь случилось? Да говори ты, что с тобой? Никому я не нужен, Юлька. Дома не могу, опротивило все. И ты меня гонишь. Колючка какая-то. Глупый ты, Сеня. Не глупый я. Дурак я. Уеду я отсюда, Юлька. Никуда ты не уедешь. Уеду. Юля! Сошли с дороги Юльки моей и Семена. Ну вот, пожалуй, и вся история. История-то интересная, но это уже вчерашний день.
А у тебя ведь все впереди. Ведь самое тяжелое ты одолела. А главное это то, что народ в тебя поверил. И теперь лишь какие бы трудные дела ты не встречала, справишься. Справится. Курс у него правильный. А, и главное, и сила есть. Недаром его прозвали строгой женщиной. Строгая женщина. Mm-hmm. Да, хороший звонит. Главное, и точное. Только вот... Что? Ну, свадьба такая будет. Хорошая история всегда. Свадьба кончается. Вот вернется Семен из армии. В этом году ждем. Хорошо служит парень. Вот он какой. Смотри, Николка. Танкист. Да, герой. Не знаю, смогу ли я быть на твоей свадьбе. Но я хочу, чтобы она запомнилась тебе на всю жизнь. Чтобы красиво было вокруг. Чтобы все люди думали, вот какая счастливая. А я верю, ты будешь счастлива. Прошу сесть. Фамилия, имя, отчество. Семен Гордеевич Шульга. Ваша? Юлия Алексеевна Жилюк, мама. Чью фамилию носить будете? Его, мама. Так уж положено. Прошу принять брачное обязательство. Я, Семен Шульга, Юлия Жилюк. Я, Семен Шульга. Юлия Жилюк. В присутствии наших родных и друзей. В присутствии родных и друзей. Торжественно клянемся любить и уважать друг друга. Клянемся любить и уважать друг друга. Быть верными мужем и женой. Быть верным мужем. Быть верной женой. На всю жизнь. На всю жизнь. Распишитесь. Береги ее, Сёма. Я ведь не думала, что тебя зятем назову. Ну, дети, будьте счастливы.
А вот это от меня, как от человека, который протопал 50 годов со своей старухой в миру и в ладу. Спасибо, дедушка. Ой, ой, что это? Это очень хорошая трава. Крапива. Для того, кто хочет из них в сторону улизнуть. Танечка! А это не вам, а это тете Христине. А вас всех приглашаю, друзья, на свадьбу моих детей.